Ребята, всем привет, с вами Александр, и вы на канале Link Game. И у нас там свинья, и за ней погнался велосираптор на мотоцикле. Да, в общем, не так давно вышел у нас фильм, да, «Мир юрского периода», который я еще не посмотрел. И это у нас лего-игра по вселенной юрского периода. Не только по последнему фильму, а, в принципе, насколько я понял, по всей вселенной, по всем фильмам юрского периода. Что я могу сказать? Так, лего-игру я, наверное, когда-то один раз запустил, пришел в ужас от управления и выключил. Ну, на этот раз, я думаю, все будет хорошо, я немножко разобрался. Так что, коль что, подскажете. Ну, поехали. Начинаем новую игрульку. Не знаю, кто придумал здесь управление делать. Tasers on full charge. Да, шуточки в стиле Лего. Так, и у нас транспортировка Раптора. Насколько мне память не изменяет, это что-то похоже на кусочек из самого первого парка юрского периода, если я не ошибаюсь. Так, мы вот бегаем нашим чувачком. Так, и здесь у нас есть мистер ДНК, который был в фильмах. Это нам подсказочки такие будут давать. Хая! На Одессу взяли. Ух ты, можно пострелять даже. Чё надо? Вот так. Интересно. У меня клавиши отображались по-людски, а теперь... Так, нужно переключиться на персонажика. И да, это нам все говорят, что я и так уже знаю. Не знаю, кто в Лего придумал назначение клавиш по умолчанию, это просто жесть, как они стоят. Так, можно тут пофигарить немножко. Можно поуправлять этим транспортным средством, но оно, в принципе, ни к чему нам сейчас не даст. Да-да-да-да-да. Ладно, побежали. Лесенка нам не зря открылась. Лезем наверх. Так, вот мистер ДНК. Так, это у нас какой-то детектор. И мы что-то там выслеживаем. Ползком на четвереньках. Так, ну это я знаю. Нужно нам построить. А, я понял, в чем суть. У нас не хватает дорожки. Видите? Вот здесь кусочка не хватает, плиточки. Мне с той стороны не видно. Так. А, во. Yes! Я попал. Такие вот нам появились новые запчасти, да? И мы собираем дальше дорожечку. Так, и сейчас нужно, я так понял, контейнер подвинуть. Это внутри у нас Раптор. Да, такая вот точно такая же ситуация была в первом юрском периоде. Точно была. Да, и там, по-моему, кому-то оторвало руку или не оторвало. Вот не помню в фильме. Так, ладно, давайте сейчас мы повключаем генераторы. Не знаю, они, по-моему, по сюжету нам не нужны. Но если можно кого-то током стёбнуть, почему бы и не стёбнуть, правильно? Может, нам какой-то бонус дадут. То есть заморачиваться, понятно, с собиранием каких-то бонусов я не буду. Я, собственно говоря, вообще мало вкуриваю
в механике игры Лего. Игр. Ну, пока побегаю, фишечки пособираю. Честно говоря, не знаю даже, что за эти фишечки нужно покупать. Или зачем нам эти очки. Ну, знаешь, что здесь есть просто генераторы, за которые нам дают вот эти вот бонусные сундучки. Но я их заморачиваться собирать не буду. Так. Что, опять панелька не работает? Он пароль забыл. Социальная страховка. Вот это телега. Давай сейчас я ее хакну. Нам нужно помочь толкнуть, я же забыл. А тот бедолага, пока мы не толкнем, не вспомнит. Так, лестница. Заела лестница, и этот персонажик нифига не смог вспомнить. Good luck. I can't figure that panel out at all. Чего? По-моему... Это я должен как-то угадать? А, вот так вот. Блин, ну на русском. Да какого фига она сбилась-то? Было ж по-людски все, вот запускал. И ФЦ, блин. Наконец-то. Так. Переключаемся. Ич. И заряжаем. Это сосиски свои. О, раптор. Да, вот это точно та же ситуация, которая была в фильме, как я вам и говорил в начале. Он швабры этим херячат его. Да шокером! А он ухватил твою сосиску. Да-да, тоже кричал этот егер. Стреляй, но так никто не выстрелил. Опачки, а теперь нас куда-то перебросило на раскопки. Но если это по первому фильму, то это наши два главные героя. Палеонтологи. Ха-ха, и он откопал раму велосипеда. Maybe one of the other dig sites has turned up something. Ну, надо пошариться по площадке, узнать, нашел ли кто-то еще из палеонтологов хоть что-то. Скорпиончики прикольно бегают. Ну, давайте пошаримся. Контрольная точка, это круто. А, так, нас уже... Right, да вот, я вижу, что раптор, наверное, здесь. Ух ты, блин, сколько запчастей. Ха, прикольно, чем быстрее нажимаешь, тем быстрее он собирает. Опа. Упала, а так надо было? Нет, не так надо. Мне нужно было на ту сторону перебраться. Так. Ладно. Да, не хочет гадина фиксироваться там. Так, все. Наконец-то. Yes. А, она умеет тоже собирать, да? Ну, полезли. Та-ра-па-па-па.
О, хая! Расхилять. А, с собрать нужно что-то, да? Персиратор собрали. А, это окаменелось, смотрите, он сейчас отбил лишние камни. И сейчас я его по-быстрому соберу. Блин, прикольно. Начинаю вкуривать. Чё ты падаешь-то? Чего надо ловить баланс? Нашел два сундучка каких-то. И что это было? А что я собрал? Кто-то мне скажет. Ладно. Maybe one of the other dig sites has turned up something. Так, ну нам говорят, что нужно идти на другую часть раскопок и попытать счастье там. Так, с помощью острого предмета, ну, в общем, нужно искать... А, коготь, нам показали какой-то коготь. Так, кстати. Доктор Сеттлер и Грант хотят нас быть особенно осторожными, когда копаем этот фоссил. Так, нет, ничего. В общем, все, херячим все. А вот что-то найдем. Так, это все дело исчезает. А, вот здесь можно что-то собрать. Какой-то пылесос я собрал. Ну, сначала я расфигарю здесь все, что вижу. А, вот здесь нужно пропылесосить. Все понятно. А, вот, он сел. Oh, sure. Do as I say, not as I do. Next time I'm just bringing a sandblaster. Так, ну давайте раскопаем. Так же самое, как и первый наш скелетик. Будет еще один велосираптор. Умнейший из динозавров. Да это прям лего-техник. Как... О, а вот и, кстати, коготь. А вот и коготок. Доктор Грант, доктор Элли, we're ready to try again. Они готовы попробовать снова. Так, ну давайте мы сначала... Да я помню, что эту херню нужно отрезать. Я хочу запрыгнуть сначала. Не зря же я этого динозавра собирал-то. Давай. Опа. Ух ты. А, это будет лестница. А ты что спрыгнула, дорогая? Мы идем еще сюда и исследуем, что есть здесь. Что есть здесь? Ух ты, это что, макет какой-то свиньи был? Биотуалет. Надеюсь, там всякие нечистоты не вылетели. О, можно как-то даже зафигарить. Так, помнится, мы на прошлой площадке вот что-то собрали. А, вон там что-то есть. Вот. Правда, не знаю, что это. А, это типа какой-то мини-замок. Ну, походу, больше здесь ничего нет. И нам нужно двигаться к веревочке. Так, это я промахнулся.
Be careful, that rope's holding up some... Да-да-да, эта веревка держит вот эту херню. Delicate equipment. Да-да-да, это хрупкое было. I found a perfectly preserved compsognathus thigh. Really? No, that's mine. I had chicken legs. Туда я не могу забраться. Ну ладно. Кактус, ну уйди, уйди, животное. Ну бежим, 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 бежим. Вон что-то там светится. Мы обязательно туда добежим. Вот как только здесь что-то разломаем. Это сейсмовибратор. И он упал. И что-то там не хватает, да? Так. Нужно колесо и руль. Ага. Так, ну где, где? Колесо, ну вот колесо должно быть здесь, да. Есть колесико. И еще нужен руль. Опа. Теперь мы можем косить даже этим. И да, это у нас руль. Можно еще... Опа, рулем можно даже фигарить. Главное не сломать его. А, господи, я думал, уже руль потерял. Так, ну я собрал 3 из 4. Еще можно собрать какую-то штуку, получается. И будет какой-то бонус. А, вот. Это сейсмодатчик. Он такой делает либо взрыв, либо удар в землю. А потом на карте вот-вот появляется такое, как радарное изображение. И он прилетел в вертолет. И я даже догадываюсь, что это прилетел Хаммонд, или как там его, профессор этот. Седой, да, это у нас по первой части все идет. Яху! Он барышня здесь занимается ремонтом грузовиков. Нет. Давайте что-то соберем. Еще один скелетик, что ли? Ну, это уже... Нет, это уже непонятно, что... А, это... Это батут. Я понял. Yes. Так, и мне нужно собрать еще одну конструкцию какую-то. А, вон она. А как мне туда пробраться? Я хочу попасть туда. А вот, может, лестницу можно с чего-то сделать? Там страшно. Туда он не хочет. Как туда попасть, а? Там он явно меня ждет, какой-то компьютер. Ну, блин, непонятно. Так, ладно. Может, здесь разломать надо все. А можно машину разломать? Нет, к сожалению, нельзя. Извини, дорогой, тебе не судьба сходить в этот туалет. Мне нравится, как вот эти кусты крошатся. Нет, то есть туда мы не можем. Нет.
По сюжету, да, он же прилетел этот наш. Наш профессор. Но странно, да? А, вот соберу я, наверное, четвертую эту ерундень. И собрал все четыре. Но мне интересно, то есть мы еще раз будем возвращаться в эту локацию или как? Потому что я не могу допрыгнуть туда, куда я хочу допрыгнуть. Ух ты, нифига себе, можно отдубасить даже этих персонажей. А что будет, если я его запинаю? Блин, ну вот никак нельзя, да, туда пробраться. Ладно, идем. Идем в трейлер. Так, мужчины вперед. Так, это тарантул. Ну что ж. Who do you think you are? John Hammond. John Hammond. On an island. Kind of biological preserve. Really spectacular. Spared no expense. Our attractions will drive kids out of their minds. If I could just persuade you to sign off on the park, I could get косточки вместо ложек. What kind of park is this? It's right up your alley. И помню мы эту палочку, да, и внутри у нее был комарик в янтаре. И так, собственно говоря, все начиналось. Да, и это у нас профессор Хауэлла. Big up dinosaur? Well... Try to. You'll have to get used to Dr. Malcolm. He suffers from a deplorable excess of personality, especially for a mathematician. Chaotician, actually. Эксперт в теории хаоса, да-да-да. Да, кстати, вертолет такой около 20, чуть больше $20 стоит, на котором мы летели. Из серии Лего Сити. И мы выполнили первую главу, это первая глава Лего игры в моей жизни. 38 тысяч очков. Не знаю, что с ними, правда, делать. И мини-наборчик какой-то я собрал или выиграл. А, вот зачем эти мини-наборчики. Так, Алан Грант открыт нам. Элли Алан. Да, там была приписка в Монтане, значит, будут, наверное, еще не в других местах. Роберт Малдун, да, это охотник, помню такого. Волонтер с места раскопок. Раскопок? Мальчик с места раскопок. Такие вот персонажики, да. И респондер. Парк юрского периода, машинка, автопогрузчик. Это то, что мы открыли. Так мы прилично открыли за первую-то часть. Аж целых 3 транспорта. И золотой кубик я получил. Вот такие вот дела. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.